Друзья, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Мы начинаем. Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса. Приводятся слова официального представителя кабинета министров Штефана Зайберта на сайте правительства ФРГ. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Обстоятельно рассмотрена ситуация в Беларуси, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки, сообщается на сайте президента России. О предстоящих переговорах с Путиным канцлер ФРГ сообщила в ходе телефонного разговора с президентом Литвы накануне. Тогда же госпожа Меркель сообщила, что Берлин по дипломатическим каналам связывается с президентом Беларуси Александром Лукашенко для урегулирования сложившейся в республике ситуации. Путин и Лукашенко уже дважды говорили по телефону насчет ситуации в Беларуси. Стороны договорились, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно. В Беларуси с 9 августа не утихают протесты. Причиной стали президентские выборы, по официальным результатам которых действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,8%, а его основной конкурент Светлана Тихановская – 10,9%. Протестующие требуют пересчета голосов или признания прошедшего голосования недействительным.